родителями в свой родной поселок. Мы едем туда за ягоды. Вон моя мама. Вот это собачка. Их собачка. Майкл. Майкл. Ой, ноги у тебя сейчас будут грязные. Сейчас вам покажу знаменитое место остановки между нашим поселком и городом. Лесу гуляем, грибочков решили поискать, и я нашла мухомор. Вот какой-то грибочек. Червивый. Это какой-то гриб такой. Это белый гриб. Ничего себе. Хорошенький такой. А как мы его, куда мы его положим? Надо было пакет взять. Какие-то. Это, наверное, маслята или маховики. Наверное. Надо было пакет взять. Да. Надо выкручивать, да? Да, прям можешь выкручивать. Ну все, ножка осталась. Пусть. Ага. Ох, какой тяжеленький такой. Ух ты! Какие здесь грибы. Главное, чтобы Майк не погрыз. А вон беленький, мам, смотри. Вон он, под коряшкой. Я не вижу. Давай. А, вон. У него ножка такая толстенная. Выкрути, да? Да, прям. Держи. Ну, какой. Смотри. Я не знаю, что за гриб такой. Ну, а дед посмотрит. Вот так мы еще не доехали до дому. Уже собираем лесные дары. Клоповки нет? Ну она уже такая, да, вялая, сама ягодка. Ой, какой-то грибочек. Шляпка толстенькая. Я вот в грибах совсем не разбираюсь. Что это за гриб? Так. Покажитесь еще, грибы. Покажитесь. Вот. Ну, шляпка толстенькая. А эти погрызаны. Два штуки. Мне кажется, там брать нечего, вон они стоят. А этот вот свеженький вроде бы как. Ой, а у него шляпка отвалилась. А тут клоповка есть. Вот.
Ну. Три штучки. Да, среди такой листвы и гриб не разберешь. Не увидишь. Дед сейчас там на целую кучу уже нарвал. Еще грибы подобрать. Вот они. Вот. Так. Вот эти какие-то. Они все разные. Угу. Дед, посмотришь, что это за гриб. Ягоды надо. Подосиновики подбери, да, бабки вон. Вон. Угу. Видишь, какие? А мы вон какие. Боровики. А вот это что за гриб? Ну, тоже что-то похоже. Белый. Да и черт его. Да, вот здесь я здоровый боровик вырвал, первый который. Ну, да, я его вот так поклал, вот так. Вот, мне голова уже кружится, куда его мог взять. А он до машины не понес, что ли? Да, нет. Покажи. Покажи его. О, какой гриб. Мама, смотри, какой он гигантский. О, ничего себе. Ложка здоровая. Шляпка. Толстый такой. Ничего себе. Ну, вот эти хорошие, видишь, они такие, без этого. Это уже староватые. Но они тоже бывают хорошие. Вот видишь, белый гриб вот этот. Это уже белый. 5 минут побегали, вот, вот боровик, столько грибов. Боровик, ага. Вот видишь. Вот белый погрызанный, тоже хороший. Можно выбрать. А вот этот какой? Вот боровик. А? Это масленок. Вот они эти, какие подберезовики. Ага. Или подосиновики. Вот они, видишь. Какие? Рыжие такие. Ну, что я буду все с ним ловить? Большие, наверное, задавят. Я не знаю, Саша, задавят, проверю. Саша, проверю. Может, не стоит его брать. Ах, это красивый. Нормально? Ну, да, да не, ничего, что нормально. Ну, этот? Правда бы нормальный. Ну, это пор, это можно убрать, а ну, это да. Еще ничего. Казенный огород, там хоть кто-нибудь еще сажает? А кто? Вот только семян есть. Там еще медпункт, да, есть? Нет. Уже все, нет? Станция тоже не работает. Наш. Вот. А, это наш? Я думала, сначала будет этот Панвиных дом. Он сгорел. Сгорел? Здесь раньше Пыляевы жили. Кривощелков. Синёга здесь жил, да? Живет еще?
Woo!